Отель Таласса Магде. Холл вполне приличный. Открытый бассейн с подогревом. В отеле есть два бара. На пляже бара нет. Бассейн с морской водой имеется в Таласа-центре, но он платный. Отель находится на первой береговой линии. Еще один бассейн открытый. Бассейн с морской водой по центру. Он платный. Аля-карт ресторан. Одно посещение бесплатно. В отеле есть магазинчик. Стандартный номер. Тапочки имеются. Совсем вид на море. Тут в отеле есть горки. Отель находится на первой линии, производит очень хорошее впечатление. В отеле есть крытый бассейн, платный с морской водой и бесплатный с пресной водой. У отеля свой пляж, шезлонги, зонтики, все бесплатно. Да, Wi-Fi платный в отеле.